Что, мои хорошие, доброе утро, добрый день. Никто, ни один человек не догадался. Кто-то, конечно, был близок, сказал, что это была Азия. Вот. В общем, такая здесь атмосфера. Чил. В общем, я на Бали. Добралась. Здесь очень жарко, просто очень. Ну что, всем доброе утро, друзья. Начинаю съемочку. Так выглядит холл в таком вот стиле. Прекрасно. Я поняла, что выгляжу... Я вообще не по-балийски, поэтому мы поедем в молл за одеждой. В общем, я абсолютно не подготовилась. Ну, как не подготовилась, я знала, что мы поедем на шопинг, но просто я вот еду в вечернем платье, можно сказать, потому что больше ничего у меня нету. Вот, как-то так. Возможно, буду что-то снимать, что-то показывать. Так, друзья, мы пришли в Beach Club. Здесь такая вот атмосфера. Пришли покушать. Такая вот огромнейшая порция севича из тунца с такими чипсиками. И еще заказала себе такой вот watermelon juice. Очень вкусненький, арбузный. Такая есть атмосфера. В общем, атмосфера полная расслабления. Я еще сегодня ничего не ела, поэтому у меня нет сил разговаривать. Просто хочу вам поснимать эту красоту. Всем добрый день. Я пришла в спа. И сегодня будет интересный у меня экспириенс. Сегодня будет массаж ног. Первый раз, вот честно, ни разу не пробовала. Мы уже приходили сюда на массаж, на балийский, очень понравился. Нас так приветствуют. Такой морсик очень приятный, холодное полотенчико. Такой Новый год здесь. Здесь уже идут комнаты. Покажу вам бассейн. Скажу себя. В общем, вот такой у меня балийский стиль. Платье. Так, друзья, показываю вам наш отель. Это такой отель, где номера, это отдельные виллы. Поднимаемся. Такой ресепшн. Здесь такая зона отдыха, здесь можно покушать, поиграть в бильярд. Такая милая атмосфера. И мы уже пришли к нашему номеру. Так, мы пришли в номер. Это вот такая зона гостиная. Такой столик,
Это зона кухни. Все есть, все, что надо. Холодильник большой. Так, вот самое интересное. Здесь у нас есть собственный бассейн. Только для нас. Вот, направляемся дальше. Это спальня. Так это все выглядит. Вот. Дальше покажу вам ванную. Такая большая ванная, очень. Есть душ и вот ванна. Далее еще у нас есть очень интересная зона, которая находится наверху. Называется она Rooftop. У нас есть собственная открытая веранда со столиком, с такой зоны отдыха, что ночью здесь можно смотреть на звезды. Вот так вот это все выглядит. Вообще места очень много. И вот такого плана здесь все номера. Виллы. В принципе, все. Сегодня был очень интересный день. И мы нашли место, где будем отмечать Новый год. Мы будем отмечать его здесь. В раю. Просто в раю. Блин, я не верю своим глазам, насколько это... Это место просто вдохновляет, мотивирует. Просто... Так, друзья, мы сейчас пришли в другой бич-клаб на ужин. И это настолько просто вдохновляет. Здесь так здорово. Я полностью здесь в балийском стиле, вот такая атмосфера хаоса и разврата. Кто ошибка?
передвигаемся мы в основном на такси, иногда на скутере. Вот завтра будем на скутере, завтра, кстати, 31 декабря. Такая хронология событий. Вот такая вот дорога. Много машин. Мы почти доехали. Друзья, мы заходим в храм. Вот так это все происходит. Куча-куча народа. Так, друзья, мы все-таки добрались до этого места. Сейчас будет что-то интересное. Снимать все. Что-то типа заказа. Друзья, всем добрейший денечек. Сегодня 31 декабря, и меня угораздило просто проснуться с отравлением. Все было нормально, и я еще ничего не ела. Сейчас время час, и вот скоро я буду есть первый раз. Надеюсь, все будет хорошо, потому что вечером мне нужны силы, мы идем тусить, отмечать Новый год, и вообще это так не кстати. Я даже вообще не понимаю, как я могла отравиться. Я ем, в принципе, нормальную, хорошую еду в ресторанах два раза в день, и больше я не ем. Я не знаю, как меня угораздило. Не знаю. В общем, всем peace. Так, друзья, мы пришли. Какая-то остановочка. Так, друзья, вот с такими. Все, начинаем.
Мы вчера просто сбежали с вечеринки, потому что это было какое-то детское пати. В общем, вчера с вечеринки мы сбежали где-то в 11 вечера, потому что там были клоуны. В общем, это была реально детская вечеринка. И сегодня нас пригласили на такой бесплатный ланч, чтобы загладить как-то вину перед вчерашним Новым годом. Вот. Сегодня мы будем последний день, последнюю ночь здесь. А завтра мы переезжаем в Убуд. Друзья, кажется, я в раю. Мы сейчас идем в Beach Club. И я вам все покажу. Вот так это все выглядит. Сегодня будет завтрак после новогодней. Смотрите, какая здесь атмосфера. Я заказала себе кофе холодный, капучино и арбузный фреш. Еще такая у нас тарелка мезо. Я обожаю средиземноморскую кухню, поэтому всегда заказываю. Атмосфера здесь полного чила, расслабона. В общем, нас угостили сегодня ланчем, можем заказывать что хотим. Я здесь красиво. Кстати, на Бали у них нет пластиковых трубочек, только из бумаги. Вот. Такая атмосфера. Мои ножки. Красивые, конечно же. Одинокий коктейл. Кстати, я вот на такой штуке один раз упала. Это было на свидании. И это был эпик фейл. Так, симпатичный мужчина. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, еще раз всем привет. Приходится делать контент самой. Никто не хочет мне помогать. Завтра мы переезжаем в Убуд.
будем там уже до конца отпуска, до 18 января. Вот. В Буде нет моря, океана, дикие леса, посмотрим, что нас ждет. Вот. Какие дела? Очень-очень интересно. Ждите интересного контента, надеюсь, он будет когда-нибудь. Всем пока. Пока. Приехали в новую локацию, мы приехали в Убуд, и сейчас я стою перед номером, где мы будем жить. Это вилла. Вот такая. С собственным бассейном. С собственной кухней. Все удобства, все, что захочешь. Далее двигаемся. Здесь у нас собственный джангл, собственный лес дикий. Такой душек. Не знаю, кто это. Так, это спальня. Собственно, ничего такого. Далее ванная. Очень прям здесь уютно, очень. Такая ванна под открытым небом. Можно сказать. И душ. И два умывальника. Вот так я сегодня выгляжу. Вот так, вот такой балийский стилёк. Друзья, всем добрый вечер. Мы в Убуде и приехали найти место интересное, бар какой-нибудь. Здесь очень красивая атмосфера. Такое чувство немного как в Таиланде, но намного круче. Сейчас я вам все покажу. Поэтому пришлось заказать беконом. Так это все выглядит, такая красота. Какие здесь цены.
извините, мой сегодняшний. Доброе утро. Сегодня мы едем на водопады. Будем кататься на квадроциклах. Я постараюсь вам все заснять. Вот такой у меня сегодня лук. Балийский стиль. Все дела. Все, целую, обнимаю. Пока. Приехали мы, значит, на экскурсию. Такой тропический ливень сегодня. Первый раз. Сейчас что-то типа сезона дождей, но каждый день солнце, тепло. Вот сегодня вот так вот. Ну, говорят, что все нормально. Друзья, это просто нереальное приключение. Мы были в пещерах. Мы ехали по горным рекам. Сейчас мы остановились делать фоточки. Остановились на первом водопаде. Я просто в восторге. Извилистые дороги, очень страшно. Австралийская песовка. Ну, такой маленький. Малыш. Так это все выглядит. Мы уже откатали свое, это было очень-очень быстро, круто. Всем рекомендую. Мы поехали дальше. Так, друзья, мы пришли в замечательное место на завтрак. Заказали шакшушу, заказали смузи-боу, кофе и кофе. Так все это выглядит, друзья. Покажу само место. Место очень замечательное. Всем... Доброе утро всем. Еще раз всем доброго утречка. Такие мысли у меня возникли, что блогерам нужно реально ставить памятник за их терпение, что они вот так вот снимают все досконально, потому что я не могу. Я прихожу настолько голодная в ресторан, что я снимаю все так быстро и ничего не рассказываю. А потом я жалею, почему я этого не сделала. Так вот, досматривайте все видео и помните. Тяжелая жизнь блогера. Не все так просто, мне кажется. Так, друзья, мы наконец-таки спускаемся. Позавтракали. Сейчас покажу немного вам атмосферу. Такой романтик. Показываю вам атмосферу этого прекрасного, замечательного места. Еще в прекрасном месте. Такая атмосфера, когда все стемнело.
огоньки, красивые люди и море пива. Смотрите, кого мы встретили. Это розовый фламинго. Смотрите, какую красоту мы нашли. Я в шоке. Первый раз вижу. Все красиво. Пипец. Она боится. Тетя. Тетя такой. Маленький. Смотрите, что это я тут нашла. Это же пеликаны. Пеликаны. Австралийские. Что это вы делаете? Посмотрите, кто это у нас тут. Кто это? Кто это? Открой свой хвост. Оно. Сегодня у нас праздничный ужин по случаю дня рождения одного очень прекрасного человека. Мы пришли в замечательный отель Four Seasons. Будем здесь его отмечать. Он очень замечательный. Посмотрите. Это, кстати, сейчас приду в себя. Это один из лучших отелей в Убуде и во всем Бали. О май гаш, happy birthday. What? Happy B. Wow. Вот такая здесь природа замечательная. Я люблю тебя, мама. Я не перестаю снимать эту красоту. Это просто джунгли. А вот там мы ужинали несколько дней назад. Вы тоже увидели уже ранее. Вечер очень темный, поэтому ничего не снимается. Речечка здесь есть. Здесь есть все. Здесь есть и речка, и джунгли, и вот такой прекрасный бассейн, вот такой прекрасный ресторан. Понимаете? Все, это же Four Seasons.